Сквер на Алам-Поле привели в порядок депутаты областного законодательного собрания. Парламентария рассказывает, что с радостью откликнулись на предложение провести субботник. Для многих это традиция, без которой никуда. Я субботники люблю, потому что я человек советский. Нас приучили тогда. Это хорошо. Уберем, приведем в порядок наш город для того, чтобы было хорошо и приятно отдыхать и ходить по нашему городу. На генеральную уборку вышли не только депутаты, но и сотрудники аппарата и помощники. Во время субботника никакого деления по должностям и партийной принадлежности, только совместная работа. После суровой уральской зимы вот наводим порядок, помогаем коммунальным службам. Не секрет, что после наших зим коммунальщикам оперативно очень сложно навести порядок. Замечательно, хорошее, благое дело. Наведем порядок в нашем общем доме. В городе и области постоянно идет благоустройство. В Заксобрании на новые парки и скверы периодически выделяют значительные средства. Парламентарии отмечают, что нужно заботиться об общественных пространствах и содержать их в порядке. Для того, чтобы комфортно жить, можно было не дышать пылью, а находиться в чистых, красивых местах. Потому что создаются все условия для того, чтобы города и села становились красивее, строятся новые площадки, строятся новые социальные объекты. Всего в парламентском субботнике поучаствовало больше сотни человек. Для многих депутатов сезон уборки на этом не закончится. Впереди субботники в родных избирательных округах. Дмитрий Бочко, Иван Абросимов и Андрей Грищук. 31 канал.